сам по себе он очень уникален, в то же время и немножко коварный. Очень клево мы едем, очень интересный маршрут, вообще супер круто. Зубило, не зубило. Вот здесь мы видим перевальную дорогу, древнеоландскую дорогу, выложенную камнем. Лагеря Визинги и сегодня поднялись под подножие ледника. Разведку, посмотреть, что там за дорога, чтобы зря не рыть камни. Мы приехали к ручью, который размыл дорогу. Мы теперь должны построить мост. Вас устраивает качество древних холландских дорог? Нас устраивает качество современных древних холландских дорог. Классическое остинское селение Лисри. Оно в позднем средневековье, можно сказать, показательное остинское селение, в котором находится комплекс башен, жилых и оборонительных башен. Считается где-то их около 18 башен. Ну а это место называется колыбель Осетии, колыбель оландского народа. Они здесь вновь начали возрождаться.
сегодня мы все добрались до конечной точки нашего пути. Вот, мы находимся в Медограбинских водопадах, ну или еще этот водопад называется Зенделен. Вот, все ликуют, радуются, что мы тут 9 дней в пути проехали по древним Аланским дорогам. Это супер! Это Патагония, это французские Альпы, это Доломиты итальянские, это все в одном флаконе. Вот это надо увидеть, конечно.